Здравствуйте. Проходи, Арин. Падай в кресло, присаживайтесь. Сегодня мы Арине сделаем сканирование. Потом я вам расскажу, что мы увидели на КТ на диагностике. И выберем уже цвет аппарата и его конструкцию. Договорились? Да. Стоит сканирование зубов. Это как фотографии, маленькие-маленькие фотографии твоих зубов. Для того, чтобы получить эти фотографии, у меня есть волшебная палочка, которой мы будем сканировать твои зубки. Договорились? Какой тебе мультик поставить? Что будешь сегодня смотреть? Гарри Поттера. Гарри Поттера? А какую часть? Шестую. Какие у тебя красивые сережки с кошечкой. Ариш, ты как, не устала? Все в порядке? Красиво у тебя, какое небушко. Тебя эта волшебная палочка выбрала, прямо как в Гарри Поттере. Прикрывай ротик. Ага. Какая красота. Все, молодец. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Все, замечательно. Можешь пока посмотреть Гарри Поттера, хорошо? Мы сейчас все сохраним, потом, когда нужно будет выбирать тебе уже свою пластинку, тогда я тебя попрошу подняться и вместе выберем цвет. Мы посчитали КТ Арины и посмотрели, что у нее сужение на верхней челюсти составляет 6 мм. Это значит, что мы можем на 6 мм его расширить и создать место для зубов, чтобы они все прорезались. Началась резорбция, то есть начал уходить один корень. Это значит, что они могут стать подвижными в процессе лечения. Но это не останавливает нас от установки аппарата. Если потом шестерки у нас не встанут так, как нужно, да, и прикус открытый сохранится, тогда мы второй аппарат уже поставим, но он будет гораздо меньше. А сколько нам вот эту сейчас бабочку будет носить? 8 месяцев. Это максимум. У Арины пик роста через 2 года. То есть то, что мы сейчас делаем, должно через 2 года привести к росту нижней челюсти против часовой стрелки, чтобы у нее как раз прикус закрылся. Да, снизить напряжение с губ и закрыть полностью прикус. Это уже во взрослом возрасте делается. Будет выглядеть аппарат, дополнительно будет заслон для языка. Вот здесь вот так. Цвет аппарата можно выбрать. Арин, иди сюда. Про нее буду знать я, мама и ты, больше никто. Но мы же девочки, поэтому можно выбрать какой-нибудь красивый цвет. Вот этот. Потом расскажем маме, как бабочку заставить летать. Хорошо. Хорошо. Кольца, конечно. Ее сегодня хорошо подготовили, она прям наскочила. Чистка в области этих колец. Мы ответственно к этому относимся. Она прочищает.